Просим, просим, да, пожалуйста. Вы меня? Да, скажите, да, да. Скажите, да, по какому вопросу? Скажите нам, да. По какому вопросу? Вы как людям помогаете, а? Здравствуйте, не упадите. Здравствуйте, да. Здравствуйте. А я, вы хотите сказать что-нибудь, что делать Динара? Вы не согласны с чем-нибудь? Тематика. А? Про реконструкцию. Наша тематика – это нарушение. Это мы хотим… А, вот, пожалуйста, вот наша тематика. Ну, не будет народная. Реконструкцию по Союзу скажите. Вы выступаете, а мы послушаем. Что я могу сказать по вашему лозунгу? Так ничего не хотите сказать? Вы про реконструкцию по Союзу. Скажите, что вы не правы. Если я как… Подождите, вот вы хотите сказать про реконструкцию? Как депутаты выбрали, да, руководителей, а депутатов выбирали жители. Жители, да. Ну, какие, вот этот лозунг просто к этому не подходит, наверное. Как это не подходит? А, вот, а мы вас не выбирали, жители. У меня вот вопрос. Мы вот бара. Почему вы строите незаконные обоими? Они уже помните, у нас сидят. Значит, по поводу жителей района Конькова. Каждый понедельник я веду прием с 5 до 8 часов. Как, где меня не поймаешь? Да толку что вы? Ну, нет, вы подождите, считаете, вы ко мне приходили? А да. Я с другого района, а все равно не важно. А вы говорите, что меня не поймают. А вы говорите, что меня не поймают. Я знаю, говорил я уже. У нас вот было слушание. И я первый раз вижу, их не поймать никого, никогда. Ну и что, какой результат нашего знакомства положительный случился? Вы когда глазами своими увидели, сказали, боже, какой ужас. Положительный за чего? А потом пришел... Мы с вами общались по поводу благоустройства. А потом пришел ответ, что все по закону. По поводу благоустройства. Не только Ашана, а по поводу... вентилятора. Вентилятор. А вы мне прислали ответ, что все нормально. Нет, я вам прислал ответ на основании ответа управы. Да, да, что мне сказали, что все нормально. Если вы будете внимательно читать полномочия депутатов муниципального собрания, эти вопросами, которые они занимаются, да, тогда вы поймете, что это вопрос не местного значения. Вопрос местного значения. Спорт, досуг, КДН, опека. Да вы члены Единой России. Отдельные полномочия, государственные полномочия. Вы, пожалуйста, не концентрируйтесь на каких-то мелких вопросах. Вы скажите в целом, что ваша партия Единая Россия хорошего делает для жителей. Вот жители хотят услышать. Может, все, что мы говорим, все неправильно. Может, мы слишком тенденциозно ко всему подходим. Я еще не услышал. Во-первых, что вы говорите, я только что пришел. Во-вторых, я не уполномочен говорить от лица партии «Единая Россия». Нет, но если я руководитель муниципального образования Конькова. Вот по вопросам местного значения. Я уже продолжаю митинг. Вот человек хочет сказать, пожалуйста, передай слово. Пойдем, есть вопрос. В общем, сказать ему нечего.